моя личная оценка по итогам моей работы в МВД, порядка половины бюджета Украины находится в тени, вернее, половина внутреннего продукта, а значит бюджета. У нас продолжаются выплаты заработных плат в конвертах, начиная от известных телеканалов, заканчивая бизнес-структурами разного рода олигархов. Мы приняли закон, которому те, кто будут платить среднюю зарплату больше 3500 гривен, может платить 16% социальный взнос вместо 41%. И пока за эти два месяца не видно, чтобы наши предприниматели поверили и выходили, так сказать, из тени. Так вот, задача наша в этом году – улучшать условия ведения бизнеса, чтобы бизнес верил государству, уменьшать количество регуляторных процедур, чтобы Украина росла в рейтинге Doing Business, которая сейчас находится во второй сотне, нужно срочно перескакивать первую, по примеру Грузии. И после этого у нас, когда предприниматели начнут выходить из тени, будет увеличиваться ВВП. Только выход из тени нам позволит увеличить ВВП в этом году процентом 10-15.